И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Dark and Light. Блин, стихами говорю. Да, именно продолжаю играть, но я начал все с нуля. В чем дело? Я просто решил начать с нуля, как бы, и стрим стримом, а все, что я делаю, это будет с нуля. Так, думаю, музычку надо будет делать потише. Так, вот сделаем где-нибудь музычку, да? Во, так, думаю, будет лучше. Вот, решил начать с нуля полностью, чтобы не... Ну, так сказать, если вы просмотрели стрим, чтобы вы были в курсе. Да и в целом... Я много чего не зацепил. Вообще, в целом, стрим получился такой сумбурный. И, ну, первое мнение, хотя получилось хорошее. Я понял, что это MMORPG с элементами выживания все-таки, а не выживалка с элементами MMORPG. Почему же я понял, что это именно MMORPG? Ну, собственно, с этого и мы и начнем. Потому что здесь дофига... Дофига как похоже на MMORPG. Во-первых, у вас есть первоначальный город. Город у эльфов, город у людей, город у дворфов. Можете, допустим, то есть сразу же купить себе маунта. Вот, пожалуйста, купи коня. Вот, и все хорошо. Сейчас я бегу, я там нашел человечка. Стоит себе спокойно. Так, что-то у меня здесь появлялось. Извиняюсь за темноту, как говорится. Ну, сейчас будет светло. Нашел здесь человечка, и там лут есть. Кстати, заметился... Ой, человечек-то уже... А, нет, вот, я думал, человечек-то уже убежал. Видите, 11 левел. И тут такая проблемка. Когда заходишь в инвентарь, начинает безбожно лагать. И это, конечно, не очень. И поэтому надо с периодичностью вот так зашел. Все, братья, не хочу просто. Вот. А вот частично что-нибудь взять, это пригодится. Так, к примеру, вот стрелы можно взять. Стрелы, говорю, можно... Говорю, стрелы можно взять. Да иди ты в жопу. Дропи там. Нет, мне это не надо. Мне нужно взять этот предмет. Так, секунду. Ну вот, собственно, уже и светлячок у меня есть. Да, как видите, я взял лук, стрелы, взял немного дропа, типа вот сюрикены я взял, посох взял, здесь насадка огненная для посоха. Кстати, вот, роб, ханпун, ой, гарпун, господи, ханпун, роб, гарпун, как я понял, по крайней мере, из видосов, блин, я просто легалос. Из видосов по томлению и так далее, роб гарпун, она используется, то есть эти стрелы используются для это для томления. А, да, я еще вот щит себе взял. Так, ну-ка. Бэм! Да, здорово. Суть в чем? Кстати, да. Не знаю, информация точная или не точная, но, как говорится, всем сразу же интересно, а какая разница между расами? Перед тем, как еще игра должна была выйти в ранний доступ, было известно то, что должна... то есть, как люди славятся своим строительством, умением строить, строить и строительством и фермерством, назовем так. Дворфы славились способностью добывать металлы и материалы, ну то есть металлы, минералы и так далее. Вот, а эльфы хорошие томильщики, так сказать, охотники и
как они, господи, ну, томильщики, я не знаю, как их назвать. Ну вот, поэтому, как бы, если вам эта информация хоть как-то помогла, и вы определились с выбором расы, то хорошо. Я же изначально думал, вот, сделаю себе эльфа, будет у меня лучником. Собственно, так и получилось. Все хорошо, все замечательно, это то, что нужно. Билборд, давайте глянем, что у нас билборд. Здесь какие-то есть... Ох ты ж, ёптель-моптель. Логи. Да уж, чуть-чуть как-то вообще. Чуть, короче, вообще не то. Вот, на стриме была такая фигня. Я не знал, как голду добыть. Но голду можно добыть... с помощью разбития вот этих ящиков. Замечательно. А в куда был наконец-то. Вот, с помощью разбития вот этих ящиков, и просто все будет замечательно. Как видите, у меня уже голдышка есть немножко. Для чего она нужна? В городах, ну не ночью, ночью торгаши уходят спать. В некоторых помещениях есть торговцы. И вот тут уже начинается самая веселость. Костол. Во. Здесь можно создать себе предметы. Допустим, ну вот, навожусь, да? Нужно 78 слитков меди, 26, алло, 26 шерсти и сульфур павдер, то есть это, я думаю, переработанный сульфур, 39 штук, пережаренный сульфур. И тогда мы получим вот этот костюм, сможем состряпать себе, который имеет Magic Proof 52,6 и броня 29. То есть, если вы еще не умеете создавать эти предметы, то вот, пожалуйста, у вас есть все возможности по состряпыванию данного предмета. Закроем двери. Здесь валяется чувак. У него тоже есть. Я тут немножечко походил, как видите, да, все хорошо. У него тоже есть немножечко предметов. О, давай делиться. У меня просто их не так уж и много. Так. О, кстати, здесь посох-то басявый такой. Угу. Вудстав. Так. Как вы понимаете, слишком долго в инвентаре полазить не получится. О, меч. Мне нужен. Чувак. Мне нужна твоя. А ты что? Такс. Ага. Ну и все, пожалуй. Все остальное можно и так легко добыть. Я, кстати, добыл из того персонажа, опс, Sleeping Bag. Давайте посмотрим, что он дает. Это у нас пятюря. Абструктуры. Так, отлично, я не могу использовать структуры. Так, ну-ка, давай-ка, юзаем. Кстати, надо водички попить. О, да, эта бутылка то, что мне нужно. Так, погнали отсюда. Давай прямо вот здесь в наглую. Ой, подожди. Альт и пятюречка. Не могу в городе заюзать. Ясненько. Вот! Бляха-муха, вот я лошара. Так, понятно. Нам надо было просто выбрать... Блин, английский... полностью на английском языке, если игра, это очень дерьмово. Особенно для таких, как я, которые с инглиша вообще просто на «вы». Извините, здрасте. Вот, что, типа того. Так, убираем, нажимаем 5. Так, погоди. А, все равно здесь нельзя. Ясно. Блин, значит, я первый раз правильно подумал. А вот, а здесь можно. Отлично. Ладно, пофигу, погнали за здание зайдем. Думаю, там побезопаснее будет. Так, и вот прямо здесь сюда положим спальничек. Что он мне дает? Что он мне дает? У персонажа есть потребности в сне. Ой, вы вышли из города. Круто. Вот, пожалуйста, персонаж спит. Оп.
И, мозги восстановились, вот, фокус восстановился, это здорово. Теперь я могу его, он изнашивается, ясненько, могу разломать, go to back, rename it, pick up. О, поднял спальничек, отличненько. Кстати, а там меч спер? Меч спер, отлично, у меня теперь есть меч, здорово. Вот, пожалуйста, как легко восстановить мозги. А также мозги можно восстанавливать, кушая вот эти вот... Блин, я все на Е по привычке жму. Кушая вот эту вот фигню. О, она еще еду пополняет, цветочки. Кайф. А ты пополняешь еду? Нет, ты не пополняешь еду. Жаль. Что еще? В целом, очень много того, что вы видите, с этим можно взаимодействовать. К примеру... Так, ну-ка, стоять... Если, короче, у тебя щит, то правой кнопкой мыши ты блокируешь. А если в щит снять, то правой кнопкой мыши это такой супер удар. Хача! Здорово. Я надену лучше. По привычке жму на Е. Ну-ка, давай попробуем сломать их, эти ботички. Как видите, я еще квесты никакие не выполнял, ничего, как бы думаю, лучше начать вместе с вами. В целом, задумка моя какая? Погрузиться в игру вместе с вами. То есть, если вы хотите играть в игру, но не можете играть в игру, кстати, неважно, какие настройки вы устанавливаете, FPS 20. Печально, печально. Вот, суть в том, что если вы хотите играть в игру, но не можете по тем или иным причинам, то чтобы вы могли поиграть вместе со мной. Или как будто бы это вы играете. В первую очередь, во всех ММОшках я исследую город. Вот, исследую город и смотрите, что я нашел. Кстати, вот это все добывать можно. Так, погнали. Вот, к примеру, вот, подходим, открыть, и здесь можно создать уже предмет. Допустим, металлическая кирка, топор, пика, копье, и хороший меч. Но для него нужен слиток металла. Вот в этом уже начинается загвоздка. Я не нашел, где можно переплавить металл. То есть, допустим, типа такая... общедоступная печка, но возможно я еще просто далеко не ушел. Так, давайте выполним уже этот сраный квест. И, кстати, ну-ка, давай-ка посох. Ю, птёл ещё налево. Так, ну-ка, это вот этот сборщик. Да, дерьмовый какой-то сборщик. Ну да ладно. Ну-ка. А чё, блин, так экран трясется? А, это у меня так магию использую, отлично. И давай вот это вот заюзаем, короче, и нормально будет все. Вот, и лучше собрать все-таки руками. Так намного быстрее будет. Еще одна ягодка осталась, и все просто будет замечательно. Так, где ягодки? Вот здесь ягодки. 100% здесь есть ягодки. Да. Craft Rune of Light. Вот, сразу же открылся меле. Сразу же открылся топор. У меня что-то уже до этого открывалось. Я не помню. Крафтим Rune of Light. И все замечательно. Теперь мы сами можем все это состряпывать. Подожди. А, Stone of Flight. Здесь каст. Господи, вот я лошара. Вот. Один. Оп. О, слава богу, я их не захавал. Сожрать три. Кстати, мне надо голод пополнить. Сожраем еще больше. Вот этих еще больше. Так. Craft Stone Axe. Крафтим. Здесь как бы как таковое, ты по сути можно это все и не выполнять, но все равно, допустим, вот мили ранг второй, то есть ты намного быстрее здесь прокачиваешься в этом плане.
Так, давай стамину качнем. И здесь хелсу. Пригодится. Эквип 100 накс. Отлично, экипируем. О, 4. Оп. Harvest Apple и Wood. Здесь легко и просто. Рубите деревья, собирайте деревья. Рубите деревья, забирайте яблоки. Все легко и просто. То есть, как бы без лишних заморочек. Также, как вы видели, можно яблоки собирать с бочек. Я думаю, сейчас мы пойдем уже собирать с бочек. А вот и яблочко. Так, посмотрим, сколько я яблок могу собрать с бочек. Так. В целом, задумка разработчиков была такая, что в городе ты себя чувствуешь в безопасности, и тебя здесь убить не могут. Но те, кто видели мой стрим, те прекрасно понимают и знают, что, в городе еще как могут фракции друг друга убивать в легкую. А еще на данный момент есть такая проблема, что можно убить торговцев. Вот, и тут уже такая загвоздочка. То есть, казалось бы, как можно убить NPC? Но вот здесь пока что на данном этапе это можно делать. Такс. Это ничего никак, ничего никак. Так, где тут еще были бочки? Угу. Нет, не здесь, значит, там дальше. Здесь вроде бы были. Но не вижу. Кстати, подниматься, видите лестницу? Поднимайтесь по лестнице. Здесь вот стоит чувак, но как-то он АФК-шит, непонятно, что я что-то не могу к нему в инвентарь залезть. То есть как будто у него режим такой, что типа я его не могу убить. Как будто реально у него сработал тот самый режим, который задуман разработчиками. Кстати, да, здесь абсолютно все можно добывать в самом городе. Вот, пожалуйста, камни, цветочки, все это можно добывать без лишних заморочек. То есть здесь по факту, бляха, куда-то залез. Здесь по факту можно вот эти первоначальные квесты выполнять именно прям, так сказать, не отходя от кассы. Так, погнали, попробуем деревья порубить. Что я бочки найти не могу. Блуждаю где-то непонятно где. Вот, пожалуйста. Рубил-рубил и вкачал себе став. Все легко и просто. Рубил я для того, чтобы добыть все-таки эти сраные яблоки. Как видите, я потихонечку добываю их. Отлично. Добыл яблоки. И теперь новое задание. Состряпать посох. Пошать-то нужно. Dark Magic открылась. Как видите, у меня есть уже, но создавать все равно нужно. В этом, конечно, немного косяк игры. Ну, это все фигня. Так, вот это вот можно выкинуть. А, погоди, а что это там было за конфу? Ну-ка, вернись на родину. Комбин. Как-то непонятно, да? Как-то реально непонятно. Кто очень непонятно. Ну-ка. Да уйди отсюда. А, ренеймит. Чё-то какая-то, короче, фигня непонятная. С этим еще разбираться и разбираться. Так, что? Эквип став, эквип... да. Ай, не то. Ай, не то. Эквип и эквип. Отлично. Harvest Magic Shard и Harvest Stone.
По сути, можно добывать вот так вот. Но я на стриме делал легко и просто. Я создавал кирку. Кстати, sleeping bag можно туда скинуть. Став можно выкинуть вообще отсюда. Так-с. Так. Кирка. Кирка создана. Да. И спокойно добываешь себе камешек. То есть я делал именно так. Magic Shard. Magic Shard добываются рукой по факту. То есть это коричневые какушки под названием шарты, это они и есть. Только добываются не с деревьев, а они добываются с кустов. Просто здесь куст рядом стоял, и поэтому казалось, как будто я с дерева добываю. Все добывается просто рукой, и поэтому без лишних заморочек. Просто бьете траву, да, как в Майнкрафте, бьете траву руками, и все хорошо. Бьете дерево руками, и все хорошо. Вот что-то типа того. Довольно-таки скучное занятие, но в какой-то определенный момент эти квесты заканчиваются. И ты начинаешь задумываться о том, что чего-то не хватает. Ты настолько привыкаешь к этим квестам, что такое себе. Особенно если это поначалу. Eat flower. Да, блин, у меня привычка с арка жрать на Е появилась. Вот. А теперь собрать золото и собрать яблоко. С бочек, баррелс, бочки, баррелс, бочки, понимаете? Вот. На стриме я затупил. На стриме я просто чертовски затупил, и я не знал, что делать. Да, по факту можно и с деревьев собрать, и как практика показала, я их собрал. Но суть в том, что это было неправильно, и самый легкий вариант было добывать их с бочек. Так-с, здесь... Нет, здесь торговец так и не появляется. Еще здесь торговец, который стоит, он покупает тухлятину. Ну, если не ошибаюсь, еще что-то он покупает. Ну, как я уже сказал, торговцы здесь убывают, и они появляются довольно-таки редко. Здесь, наверное, тоже стоит какой-то торговец. Там даже какая-то табличка есть, непонятно. Бочки. Вот и бочки. Давайте смотреть, добуду ли я этим. А вот этим. Да. Даже в упор. Хорошо. О, давай затестим лук. О, стрелы назад собираются. Супер. Вот это здорово. Ну и, собственно, старый добрый меч. По ходу дела все-таки развивается либо этим, либо все-таки какими-то инструментами лучше разбивать. Сейчас с вами все это узнаем. Но по ходу дела все-таки либо рукой, либо топором, что-то типа того. Но думаю, лучше всего собирать все-таки рукой. Хотя черт его знает. Они бочки некоторые развиваются то за 2-3 удара, то вообще не разбиваются. Во, пожалуйста, блин. Ну, я эту бочку, ладно. Ну вот, пожалуйста, вот. Руками, руками все собирается руками. Вот, голдишка. Ну, уже два даже. И яблочки. Угу. Вот. Бочек стоит немало. Бочек стоит немало, спавнятся они довольно-таки быстро, так что проблем с этим нету. Кстати, есть и вот такие бочки, они находятся в зданиях. Здесь, пожалуйста, три бочки стоит. Так что есть смысл и здесь полутаться, блин. Здесь ничего нету. Так что по зданиям тоже есть смысл полазить. Ну, а как видите, 6 на 6 уже у меня есть. И еще я заметил такую особенность. Если вы не можете залутать бочку,
обойдите ее. Реально, обойдите, просто с другой стороны, немножечко в бок сдвиньтесь и так далее, и вы ее залутаете. Я сейчас так сено пытался залутать очень-очень долго. Обошел, залутал бочку одну. Пытался бить, и в итоге ничего не получалось. Обошел, залутал. Бывает так, что срабатывает баг, и ты не можешь ее залутать. Но как бы не часто он, как видите, очень даже редко, я бы даже так сказал, он срабатывает. Так, ну-ка, здесь что-нибудь я могу зафарганить. Нет, как видите, здесь должен стоять торговец, но его завалили. Придурки! Что еще сказать-то? А, кстати, настроечки. Давайте я вам покажу настроечки. Настроечки я сделал такие. Medium, medium, low, low, medium, medium, medium. Здесь по центру. Кстати, если у вас такая проблема, то что вы смотрите на небо и там просто яркое разноцветное свечение, то вам нужно Sky Quality поставить на середину и перезапустить их. И все будет хорошо. Кстати, здесь я вот это поставил, вот это включил, здесь на максимум, Я не знаю, зачем, просто так решил сделать. А вот, это все кастомные настройки. Посмотрел, то есть я смотрел видосы, как бы, и видосы, стримы и так далее. Там чаще всего что-то типа такого стоит. Но, если честно, да, нагружает поменьше, нежели я настраивал. Просто мой английский есть хорошо, поэтому я и слишком не стремлюсь что-то пытаться настроить. Вот. А тут как бы люди все равно английский знают лучше, чем я, как бы я это знаю. Да, поэтому как бы все легко и просто. Вот, кстати, видите, бочки спавнятся довольно-таки быстро. Оп, яблочко. Осталось 6 золотишко добыть. Ну, как бы да, золотишко-то у меня есть уже и больше, но суть в том, что надо добыть. Золото. Золото. Куда тратить золото? Золото как раз таки тратится у НПЦ. Да, в этом вся проблема. НПЦ нету, тратить золото негде. Но можно купить коня. Да. Легко и просто. Пойдемте наверх посмотрим. Глядишь наверху, где есть торговцы. Живые. Ну и бочки, может, еще какие найду. Может, каких НПЦ увижу. Все сломано до нас. Ну? Эй! Откройся! Ну, вот в натуре. Не хочет открываться. А! О! Аренда здания! 2D, я думаю, это 2 дня. Ну, 30 монет, как бы, да. Можно и залутать 30 монет. То есть ты в течение дня просто лутаешь и все. Ну да, 30 монет, 11 у меня есть. Я опять хочу жрать. О, у меня есть что пожрать. Здорово, я ж налутался. Кстати, да, надо одну дропнуть. О, у меня сколько ягод, вообще кайф. Так, вот это вот сюда поставим. Пригодится. Это сюда поставим. Здорово. Здорово. Обязательно, обязательно сегодня арендуем. Ну, раз бабки тратить некуда, то арендуем себе здание. Так, ну-ка, а ты у нас сколько? Я думаю, не все, да, все по 30 идут. Арендуем здание и посмотрим, что, да, как в этом здании. Обязательно. Я все-таки думаю, вот этот 2D. Ага. Белярас. Ага. А этот никем не заарендованный. Вот, как видите. А, ну-ка. Что там, овнет? Ага, нет, ничего. А открыть, интересно, можно? Нет, открыть нельзя. Открыть, я думаю, можно лишь только тем, кто состоит в клане. Собственно, по клану. Не то. По клану. Здесь они называются домами. По факту система такая же, как и у Арка.
Если что, если вы не смотрели стрим, то вы, возможно, и не знаете мой стрим. Если вы не смотрели какую-то дополнительную информацию, то вы тоже не знаете. Разработчики Арка участвовали в разработке данной игры. Поэтому сходство с Арком в плане выживалки есть. Не знаю, может уже вышло, может готовится только выйти. Игра Citizen, если не ошибаюсь, она точно так же, то есть в разработке той игры точно так же участвовали разработчики Арка. Поэтому элементы выживания точно так же там тоже будут похожи. Это не означает, что это плагиат Арка, либо еще что-то. Это просто означает, что зачем я буду использовать луч? Меня забирают инопланетяне! Твою мать! Ясно, что за луч? Окей. Я понял. Вот они какие инопланетяне. Я-то думал... Зеленые человечки же, зеленые человечки. Ну конечно, зеленые человечки. Опять смерть. На стриме ты уже за мной гонялась, это где стражники завалили. Вот сейчас я тоже буду пытаться до стражников добежать. Ох, надеюсь, добегу. Надеюсь, они не сдохшие все тут, а? Потому что это как-то город пустоватый, и это печально. Иди в жопу. Еще стамина кончается. Это так весело же. О! Фу. Так, ясненько. Значит, здесь я в безопасности. Ну вот вам урок. Слишком далеко не уходите. И синие лучи — это не дропы. И не инопланетяне. Да. Так, ну, значит, там бы я точно NPC не нашел бы. Так что полазим здесь. Да уж. Казалось бы, город... Как же в городе-то я найду приключение в свою жопу? Вот, пожалуйста. Я умею. Я могу. Я нахожу приключение на свою жопу. Пожалуйста, еще один метеорит летит. В натуре. Ну, кстати, если убить ее, там можно добыть металлическую кирку. Просто на стриме я... Так. Также убегал, только это было посреди ночи. Также убегал, их стражники завалили. Не только стражники там были. Там еще и человек там 10 левела был. Вот, и завалили, и все хорошо. Я кирку залутал. Так, погнали в этот замок сходим. Посмотрим, что там. И тут мне пришла в голову одна мысль. Я ж это имею наконечник огненный. Боевой, по-простому говоря. Чему бы мне не попробовать завалить? Да, отлично. Костер посреди тронного зала. Здорово. Не, я хочу сесть как бы. Че ты натуре? Написано же, сесть. Жлобы. Такс. Можно отсюда сразу же в горы побежать. Здорово. Погнали. Погнали смотреть, что это когда. Так, водичка мне нужна. И пожрать, короче, надо конкретно. А то я туда-сюда бегаю, и все плохо. Ну вот. Хотя бы 59, почти 60. Сейчас еще повкидаем хавку до конца. И я думаю, этого будет вполне мне пока что достаточно. Главное, я думаю, не шифтовать сильно, чтобы не тратилась стамина. Кстати, вот эти вот Stone of Light Magic весят по 0,5, так что слишком не копите их дофига у себя. Держите немножечко, и остальное можно скинуть. Создается она легко. Требует только шарды, так что такие вот дела. Так, это я тоже скину. Я просто увидел у себя перевес и думаю, надо это все дело скинуть. Это все дело мне будет только мешать.
Вот, 89 хавка. Отлично. Типа гостиницы. О, собрать можно траву. Круто. Ой, блин, дурдом. Так. Чё-то как-то тут непонятно все это дело. Здание похоже на гостиницу, но все равно как-то непонятно. 27-й левел, ёптим-оптим. Опять-таки же повторюсь, в городе друг друга убивать можно, и поэтому такая проблемка. Хотя сервер и PvPE, но все равно, всякое быть может. О! Работает. Отлично. А, это в целом не открывается, ясно. Ух ты, ёпта, вы ж налево survival. Могу campfire теперь делать. Ну и соответственно сушить траву. То есть не ждать, пока она сама высохнет, а превратить ее в солому самостоятельно. Вот, а еще и заблудился. Икс. Где этот сраный спуск? Я думаю, где-то там. Да уж. О, там что-то творится. Хочу спуститься. Твою мать! Вот это было, короче, сейчас клёво. Так, ну-ка. Давай, sleeping bag. Я думаю, для него лучше найти более укромное какое-нибудь место. Да, где-нибудь за зданием поставлю сейчас. Вот здесь, к примеру. И посмотрим, здоровье прибавит или нет. Или просто разум добавит. Да. Здоровье по бороде. Пикап. Отлично. Зачем здоровье повышать? Пока что у меня ж нету ничего. Ну, в смысле, в изучении. Чем повышать здоровье. Да уж. Ну, будем лутать всякую гадость. И жрать ее. Такс. Что дальше? Не загорается. Ну, я думал, мало ли, вдруг я такой весь хороший себя ей факела зажгу. Но нет. Так, погнали дальше бочки лутать, короче. Ну вот, собственно, и все. Как казалось, очень даже легко и просто. Просто подошел к первым четырем бочкам и сразу же все залутал. Такс. Что теперь мне нужно? Harvest Vine. Это, я думаю, вот это. Нет. Рататуй. Вот это? Или это трава? Так, шарт вижу. Твайн. Но я думаю, это с этим нам поможет топор. Это точно. Я более чем уверен. Да, что типа того надо было сказать, ну ладно. Так. Ну. Да. Все-таки вот это вот рататуй, блин, надо. Ратату, или как она там? Ротан. Это твайн и есть. Собственно, теперь остается дело за малым.
Лутать? О, oh, what magic. Хелка, хилка, хилка, хилочка моя. Так, угу. Давайте посмотрим, что нам это даст. И вообще, сколько она мне дает. Так, все. Рататуй подождет. У меня срочное дело. А, ну хотя что, я ж хилен. А, ну хотя мне легче будет с бочек, наверное, лутать. Так, с ягодки, 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 ягодки. Давай, 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 все собираем, все пригодится. Ягодок не дают жлобы. Такс. Вот так заюзаем. Здесь очень удобно, здесь два пояса. Один пояс можно под оружие поставить, второй пояс под вспомогательные предметы. Хилки, вода, еда. Все легко и просто. Так что штука классная. Единственное, только нужно отвыкнуть после арка от этой фигни, типа нажал Alt и камеру крутить. Но я уже отвык. За стрим буквально отвык, так что не переживайте. Но вы тоже легко и просто переотучитесь. Но вот жрать на Е я все еще не могу отучиться. Я все постоянно жму на Е, а здесь кукинг. Если в инвентаре нажать на Е, то ты выходишь из инвентаря. Могу еще приготовить теперь какие-то новые блюда. Отлично. Фрути. Тутти-фрути какой-то я могу там создать. Ну, я думаю, это остается либо в ступке, либо в костре. А сейчас я ищу вообще бочки. В надежде, что я хотя бы одну найду. Ну, не вот эту большую. Как тут стоят они по дебилёхонькому, ну ладно. Тикс. Сраная ночь. Во! Наконец-то. Эй, я что-то сожрал что-то? Я вообще-то ничего не жрал. Я ничего не жрал. Так, яблочко есть. Мне не хватает сейчас яблочек, да? Да, мне яблочек не хватает. Мне нужны яблочки. Отлично. Будем лутать яблочки. Эх, нелегкая моя доля рубить деревья тогда, когда ты хочешь пожрать. Да, все-таки бочки намного круче. Круче. Три бочки, три яблока. Так. Да соберем уже до конца все это дело. Во, голда еще. Повторюсь, я хочу сегодня попробовать закупиться помещением и посмотреть, что да когда где. Если за 30 монет ты можешь купить себе домик, в котором у тебя сохранится лут, это того стоит. Так, создаем хилку и смотрим, что он нам дает. Так, жрать, конечно, это хорошо. Так, ну давай жри. Отлично. О, 31 левел уже. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Валить надо отсюда. Валить. А, что я сейчас хочу сделать? Упасть с высоты. А, ну, не разбиться. Да, на разбиться бы мне не хотелось. Но вот упасть с высоты не помешает, чтобы понять, как работает вся эта система с хилкой. Так, кстати, сколько у меня тут хоть голды-то? Ну, 18. Мне еще нужно будет 12 подлутаться, и все будет хорошо. Угу. Ну, жрачка пригодится. Жаль, дровишки добывать нельзя. А может и можно. Просто был баг. Текс. Что-то я явно куда-то заблудился. Куда-то я заблудился.
Вот на то самое здание, с которого я сказал, с которого я спрыгнул, собственно, сверху и чутка поломал себе ноги. Но ради эксперимента я готов попробовать это еще раз сделать. Эп, что-то как-то маловато. Давай еще раз. Видать, уже стал ученым и знает, как приземляться на ноги. Но это ж я! Ух ты ж, ёпта, уж налево, вот это уже перебор был. Ну ладно. 6. И... Ага, 3, 2, 1. Ясненько. То есть эти три штучки у меня по факту восполнят фулочку ХП. Ну, либо практически фулочку. Ну, я думаю, четверть восстанавливает ХПшечки. Но КДшечка очень сильная. Ну, опять-таки же, это первоначальная. Ресурс для исцеления, так что вполне неплохо. Тем более создается из хавки, так что почему бы и нет. Да, а еще я хочу жрать сильно. Сволочи, он такие. Постоянно хочет жрать. До дури просто постоянно хочет жрать. А эта трава нифига не восполняет голод. Кстати, она восполняет голод и сразу же его снимает. Можно так сказать. Минута КДМ. Да, примерно четверть восстанавливает. Ну, тоже вполне неплохо. Кстати, трава. Ой, ептель. Я же могу ее здесь лутать. Хе-хе-хе, забыл. Еда. В горшочке. Да, ну вот, дособирался гербарий в непонятных местах. Суть в чем? Собираю траву. Тут хопа! Игра крашится и вылетает. Да. Придется мне эти два ролика монтировать, в смысле соединять в одну кучку. А, и это полбеды. А, вся проблема в том, что это может повториться еще и не раз. Ну, самое главное, у меня не залутали, и на том хорошо. И у меня два индикатора желудка теперь. Вы посмотрите, у меня два индикатора желудка. Правда, мне же не могу, посмотрите, да? Здорово. То есть у меня вместо стамины индикатор желудка. Отлично. Так, ну а я... Думаю, подлутаюсь. Ой, подхиляюсь немножечко. Бежать-то постоянно охота. Это, конечно, фигово, но это решаемо, когда... Слушай, он меня постоянно лутает. Смотрите, я ничего не жму. Он меня постоянно лутает. Ну-ка, так. А, во! А теперь перестал... Прикиньте, и стамина начала восстанавливаться. И оглушение пропадает потихонечку. Твою же медь. У меня просто клавиша как будто бы зажалась с лутанием, и все. Ну-ка. Ням-н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 ям. Канает? Да нифига не канает. Что он дает, а? Лайфшок, ну да, по сути. Ты должен убирать вот эту фигню. Торпор. Ну-ка. А, да, вот, убирает торпор. Просто он не растягивает этот эффект, а он сразу моментально все убирает. По чуть-чуть, конечно, но все же. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично. Ладно, жить можно и на том хорошо. Погнали уже отсюда. Ну что? Так, какая красивая графика. Особенно после того, как игра вылетела и просто кабзда.
ничего понять не могу. Погодите-ка. Может, все-таки вот эти надо убрать? Нет, high quality surface. Дерьмо у меня все-таки с английским. Вот поверьте мне, дерьмо у меня с английским. Но мне кажется, графика же ухудшилась, да? Напишите в комментариях, графика же ухудшилась, да? Я знаю, что она ухудшилась, но мне нужно подтверждение от вас. Это 100%. Без вариантов, нужно подтверждение от вас. Ладно, погнал я, короче, уже лутать бочки. Эта серия получилась очень длинная, так что надо ее по-быстренькому заканчивать. Я буду стараться все-таки выпускать не по 50 минут, а где-нибудь минут по 40 хотя бы серии, чтобы их все-таки было смотреть более реально. Потому что 50 минут это все-таки перебор. Вот, поэтому как бы... Нет, серия все-таки вводная, я здесь дофига что хотел рассказать, поделиться с вами своими мыслями. Ну, а потом уже будем пытаться выживать в этом сраном, безумном, долбанном мире. И что у меня 23? Чуть-чуть осталось. И время замерло. И больше никто не двигался. Все застыли в том положении, в котором остановилось время. Ну, не знаю, просто такой, блин, это... так прикольный персонаж замер, и... Блин, я не мог. Я не удержался. И вот придумал такой бредя... такую бредятину. Не, ну смешно же. Смешно же было. Ну, ладно вам. Вы же 100% улыбнулись, так что нормально. Все нормально. Ну вот, но тем временем мне осталось 3 штучки подлутать. Монетки, и все будет замечательно. Суть в чем, на следующей серии я, конечно же, подготовлюсь, я пройду, то есть залутаю все вот это вот по квесту, но немножечко оставлю, допустим, парочку сульфура, там 1-2 сульфура, не залутаю, и все, ну, там, может, 5-10, чтобы, соответственно, мы вместе с вами залутали все, что нужно. Блин, все-таки бочки не так уж и быстро спавнятся, я вам так скажу. Я думал, быстрее. И ни одного торгаша так и не появилось в итоге. Обидно вообще-то. Зато, кстати, Magic Shard'ов я уже налутал сраного дофига. Кстати, тут еще можно зайти, допустим, в талк и все это посмотреть. То есть, допустим, следующий квест будет собрать 100 голды. Замечательно просто. Просто великолепно. Я прям ощущаю вот это вот. Что-то еще у нас. Craftstone Sword. О, Craftstone Sword. Слушайте, я ж мечту так и не крафтил. Так, ничего не выполнил, да? Да. Или это completed? А, это quest completed. Блин, я что-то не... New world? Не, вот они все completed. Это город. Ну, это строительство. Что-то понять не могу. Ну, я вот же выполнил же тот квест. Состряпать меч. Крафтинг свор. Я только что его состряпал. Ля-а-а. И в жопу тебя. Ах, жрать хочу в натуре. О, и что-то лутать можно? А, это, господи, трава испортилась. Да, торгаши так и не появляются. Печально, печально. Нет повести печальнее на свете. Блин, а я все жрать хочу. Ну ладно, буду ягоды собирать хотя бы. А теперь на мастер кунг-фу! Блин, я не знаю, но просто сейчас стоял нормально так. И сдохло, и в воздухе висит. Или спит. Не знаю. Ну, в общем, теперь мастер кунг-фу. Ну и в инвентаре ничего нету. А жаль. Я бы что-нибудь спер. Ух ты, ё-моё, какой тут кайф! Просто пришел, смотрю, думаю, блин. Много же кустов. И давай собирать. А тут-то 30, уже 40 ягод, прикиньте. Это просто кайф. Это именно то, что мне сейчас нужно.
Этого нужно просто. У меня уже выживалка вторая. У меня сейчас что только не. О, я уже могу сундук создавать, ступку могу создавать. Отлично. О, трашмок. Только что первый был, уже второй сразу левел. Офигеть. Вот это я понимаю, добрался. Вот это реально буст. Буст бустов. О, магия земли скоро, ну, по крайней мере, начинает качаться. Этот, готовка качается потихонечку. Здорово. Вообще просто кайф. 100 ягод. Да я ужрусь этими ягодами. Во, готовка второй ранг. Травяной чай. Этот варенье, ягодное варенье, здорово. Здорово, 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 здорово. Это кайф, это просто кайф, а не место. Я просто, просто офигеваю. Вот, это здание. Вот, это место. Нужно пожрать, бегите сюда. Два полных стака жратвы. Ё-красоты. Вот это я понимаю. Похаваем. Вообще просто неимоверный кайф. Так, дерево мы скидываем сразу же. Так, вот это тоже все выкидываем. В баню он только будет вредить. И камень тоже выкидываем. Здорово. Просто да, жути как здорово. Теперь я могу спокойно пожрать. И в целом могу теперь спокойно не беспокоиться о еде. Так, кстати, вот это вот, а вот это вот и тоже стоит выкинуть. И вот это вот нафиг. Вес током. Я еще, конечно, тут не все залутал. Как бы надо добить, чтобы кустики-то полностью обновлялись. Ну, это кайф. Это просто, это не место, это просто кладезь. Это, не знаю, это как клад найти. Вот в моем положении это реально как найти клад. По-другому это не обозвать, потому что столько всего залутать за раз, это реально как найти клад. Это просто кайф. Так, что у меня тут по золоту-то? Я так три золота-то этих и не нашел. Я все пожрать еще искал. Бегал. Первый левел. Трак-боди. Отлично. Тащить можно. А нафига мне тащить? Во! Пусто. Отлично. Просто не всегда срабатывает это открыть инвентарь. Зато тело поднял, то есть стал тащить, и все нормально. Сейчас, я думаю, бочки уже заспавнились, так что я сейчас все по-быстрому залутаю. Ну, если за меня здесь все не залутали, то я по-быстрому все залутаю. Не залутали. Походу, на данный момент только я один дебил, лутаю бочки бегаю. Так что все просто здорово. Ну все, залутавшись 30 монетами, повезло, выпало сразу две, были уже последние бочки, и я такой думаю, ну блин, по ходу дела придется еще спавна ждать, и опаньки, сразу две за раз. Это здорово, мне повезло. Вот, залутавшись монетками, можно бежать уже искать зданиеце. Вот, а какое зданиеце? Ну, я думаю, самое ближайшее. Все-таки я в него уже пытался ломиться, так что давайте его и приобретем. Так, рент. 2D. А, один день, 23 часа. Здорово. Ну-ка, 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 где там домик чувака? Один день, 3 часа. Да, все-таки 2D, я так и правильно понял, 2 дня. А теперь это мой личный дом. Алло. Не, ну это вообще-то нечестно. Я тут как бы это, типа, мой домик, все дела. Ну это типа продлить, это я уже понял, да. Рент. О, да ладно! То есть получается, я в дом что ли зайти не могу? Или что, понять не могу? Но я могу сюда скинуть лут? Ну-ка, погоди, 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 сейчас разберемся. Вот, допустим, дом чувака. То есть я себе
Да, я могу только рент открыть и все. То есть я по факту себе сейчас создал, открыл себе склад. Но это я повышаю, то есть ранги. Ранги это вот эти вот, то есть я здесь, допустим, повышаю ранг себе, добавляю группу и, допустим, одним новичкам, допустим, я сделал так, что доступ им не будет к этому зданию, и все замечательно. Блин, ну-ка давай-ка посмотрим. Все проверим, все проверим. Такс. Трансфер. Ага, трансфер это все правильно. Сплит, трансфер all. Accept. Отлично. Просто замечательно. О, он еще из поясов что ли убирает? А, из поясов, которые активирован в этот момент. Ясненько. Трансфер all. А, он еще и шмотки забрал. Или шмотки не забрал. Ну-ка, в итоге, что я имею? А, нет, вот эти вот у меня остались, шмотки остались. Так. Open. И посмотрим. Посмотрим в следующий раз, что, да как, да где. Ну, это портится, понятное дело. Вот, то, что я открыть не могу, это, конечно, печалька. Ну, а по факту, как видите, там ничего и нету. Я только через этот край могу зайти. Вот, там ничего нету, так что смотреть там нечего. Но все равно хотелось бы посмотреть. Но за 30 монет, которые ты можешь налутать у себя просто так, то есть, ну, там вот кровать стоит, я думаю, на ней можно будет поспать, типа... Думаю, может, можно будет ящик поставить. Типа такого. О, прикольно. Так. У меня есть миссия. Так, не то. Не то. Киркой по одному. О. И в бой идет магия. Да. А метательный ножик. Да. Рукой. Рукой, еще раз рукой. Я хочу сломать. Не, ну а что, это как бы мой дом, моя территория. Я хочу сломать. И осталось чуть-чуть. И нету ничего. Нету ничего. Я был близок к успеху. Не, реально жалко. Обидно даже. Ну да ладно, все равно мой дом. Поэтому имею право сломать. А, понятно. И все-таки жаль, что нельзя зайти. Возможно, это просто баг, и зайти-то можно, потому что там, видите, кровать стоит, и можно типа поспать. Ну ладно, у меня есть sleeping bag, поэтому я могу просто вот так взять, где-нибудь здесь на улице рядом со своим домом постелить. Вот здесь вот так, допустим, и вот так вот. И поспать. Как говорится, себе спокойно. Там поднять и все замечательно. Вот, но то, что это склад и такой хороший склад, это, конечно, здорово. Это, конечно, просто очень здорово. Так. А это я оставлю. Они мне по сути нафиг не нужны. Вот. Вот это вот уберу. Вот это уберу. Вот. И останусь здесь лежать. Ну, собственно, завтра мы уже зайдем и проверим, все
все ли остается у меня целым и невредимым, или же нет. Так, ну еще нужно пожрать, прям конкретно нужно пожрать, потому что чутка голод просел. Ну что, народ, на этом уже точно все. Часовая серия получилась дебильная, но сами видите, дофига чего произошло, особенно под конец, это просто открытие для себя. За 30 монет, которые можно залутать же в городе, склад на 2 дня. Склад, причем на 300 слотов. Да, здесь еще вот 300 слотов. Сейчас забито 27 из 300. Это означает, пошел, налутал дерево, скинул сюда, потом все собрал в кучку и построил что-нибудь. Все вполне себе неплохо. В общем, народ, на этом уже точно все. Так, ну-ка, я спальник-то скинул. Спальник не скинул. Спальник-то мне точно пригодится. Эп, пока что создавать их не умею, так что пригодится. В общем, народ, на этом уже точно все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.